Друзья мои дорогие, добрый день, с вами Катя. Я вас, как всегда, приветствую из нашего города, из Кинчано-Терми. Для тех, кто первый раз попал на мои первый, второй, третий каналы, я хотела бы представиться. Я являюсь официальным экскурсоводом Рима и Ватикана, я являюсь журналистом. Ну и, как всегда, под сюжетом в описании я оставлю ссылки на все три канала, мои каналы на данной платформе. Там же будет ссылка на мой телеграм-канал. Спасибо большое, что подписываетесь, спасибо большое. Я вчера получила 3 доната. Значит, сегодняшний мой сюжет, он будет посвящен моей переписке с одним из моих подписчиков. Переписывались вчера весь вечер, переписывались сегодня утром. Он описал мне свою историю, попросил ее пересказать в формате моего канала, естественно, без имени, без фамилии. Единственное, что я могу сказать, что этот человек проживает в Германии, проживает уже очень-очень много лет. И вот, чтобы я пересказала эту историю, потому что, может быть, его пример поможет кому-то из моих подписчиков, может быть, кто-то из вас найдет что-то похожее, может быть, с кем-то из вас аналогичные вещи происходили. Он вот в период вот этого самого и вот когда начались вот эти самые ложечки там за маму, за папу, за дедушку, он познакомился там в Германии с женщиной. Она тоже приехала из одной из наших бывших советских республик. И как он мне рассказывал, что изначально вот его личное видение происходящего, я опять же вот об этом говорю, его семья, его родители, его две сестры, у них совпадало полностью. То есть стоял вопрос о том, что лучше на диете, потому что мы не знаем, что это за ложечки такие, поэтому лучше все-таки посидеть на диете. На диете сидеть всегда полезно. Вот, но получилось так, что через какое-то время, то есть, как он мне сказал, что он около 2 лет вот в этих находится отношениях, познакомился с женщиной, которая, в общем-то, совершенно другая у нее точка зрения на все на это была, и она его начала продавливать на то, чтобы, значит, он объелся. То есть, в результате ему пришлось съесть вот эти вот 3 ложечки, и я говорю, ну и каким образом? То есть, был диалог на эту тему или нет? Говорит, нет, то есть, ставились условия. А, значит, такой был элемент манипуляции, элемент даже вот таких вот истерик, что со мной не разговаривали, что уходила из дома. Вот, то есть, как он говорит, что первый год вот, наших отношений все было исключительно идеально, как говорят многие психологи, сахарное шоу. Вот, говорит, у меня после выхода из предыдущих отношений такая не очень хорошо обстояло дело с самооценкой. Вот, она, значит, вытащила его, вот как он мне объяснил, из этой ситуации, подняла его самооценку, там возвела на пьедестал. И, в общем-то, скажем так, отношения развивались очень неплохо. Но вот, скажем, триггером, таким прецедентом стали вот эти вот самые ложечки. То есть она его стала продавливать, нет, это значит надо вот обязательно проделать. В противном случае, значит, там ухода из дома, не отвечали на телефон. Более того, поссорила, изрядно его поссорила и с его сестрами, и с его родителями. Так поссорила, что, в общем-то, около 2 лет они практически не общаются, практически не разговаривают. Вот, поссорила его там с другими, с какими-то со своими друзьями, у которых было альтернативное мнение. Значит, нельзя было смотреть мой канал, естественно, тоже. Я поняла потом, кстати, кто эта женщина. Она мне писала некоторые комментарии, такие достаточно жесткие, и я позволю себе сказать, даже истеричные. И, значит, результат, у него начались проблемы вот с этим вот самым пламенным мотором. Вот, и когда он ей стал говорить о том, что вот, смотри, что у меня происходит, нет, это все чушь, это во всем виноваты твои родители, потому что они тебя вот до такого состояния довели, все вот эти вот ваши споры, я тебе желаю только добра, опять потом, значит, выключается телефон, не отвечает на телефон и прочее, прочее. В общем, говорит, ситуация у меня вот такая. И сейчас, как он говорит, опять стали продавливать, что скоро к нам прилетит опять это, вот, и, значит, она опять продавливает, что надо идти и дальше вот употреблять эти ложечки, он говорит, я не хочу совершенно этого делать, что мне делать, как мне себя вести в этой ситуации. Ну, во-первых, я хочу сказать такую вещь, друзья, я обращала внимание, что такие люди встречаются, и в нашем городе я тоже таких знала, для которых вот это вот мнение, оно абсолютно, скажем, такое было безапелляционное, но мне думается все-таки, что это люди так себя ведут с нарциссическими отклонениями. Вот знаете, у нас есть вот эти вот 3 такие категории проблемные, хотя они очень похожи друг на друга, это вот нарциссы, социопаты и психопаты. Психопатам им еще, в общем-то, свойственна такая определенная форма садизма.
Поэтому я эту женщину лично не знаю, но то, что он мне описывал, мне кажется, что это, в общем-то, вот очень похоже. И вот эти вот эмоциональные качели, первый период, это вот сахарное шоу называется, да, потом следующий момент, это эмоциональные качели, когда день все замечательно, когда день, потом ты говно, то есть сначала адреналин, потом эндорфин и так далее, и так далее. Люди на это очень сильно подсаживаются, и если так получилось, что человек вышел из каких-то предыдущих отношений, в которых он был травмирован, то есть психика на данный момент, она пока еще не стабилизировалась, в общем-то, для них, для нарциссов и для психопатов, это очень хороший улов. И вы знаете, я хочу сказать, кстати, вот, если описать в общем ситуацию, у многих людей у нас, вот, которые пережили все вот эти последние 3 года, у них действительно у многих из-за этих самых стрессов, из-за и вот этого всего, и то, что сейчас происходит на востоке Европы, у нас же это подряд идет, подряд. Действительно, психика, она такая нестабильная. И в результате этого такие люди, в общем-то, они действительно более манипулируемые, они более манипулируемые вот этими вот людьми с нарциссическими отклонениями, с психопатией, социопатией и так далее. Но психопатия – это вообще отдельный разговор, потому что психопатия – это такое пограничное состояние, то есть, с одной стороны, это не считается патологией, но это не считается и нормой, то есть это отклонение. Вот специалистами это стабилизировано было таким образом. И с ними, на мой взгляд, с ними очень тяжело, потому что одно дело, когда человек проживает с шизофреником, и у него стоит четкий диагноз, что это шизофрения, то уже отношение, естественно, такое специфическое возникает. А когда вроде бы тут шизофрении нет, и вроде бы человек, он претендует на то, что он адекватный, то есть он работает, он платит налоги, он управляет там транспортными средствами и так далее. То есть у нормального человека со стабильной психикой, или, скажем так, вот у этих жертв, вот этих вот социопатов, нарциссов и прочих, у них ты постоянно живешь вот в этом ожидании, что завтра он исправится, что завтра опять у тебя вернется вот эта самая первая фаза так называемого сахарного шоу. Просто к большому сожалению, смотрите, те, которые читают психологию, это в основном женщины. Мужчины этими вопросами занимаются значительно меньше. Это все взаимосвязано, смотрите, и на бытовом уровне, и на профессиональном уровне. И вот, в принципе, то, что происходит сейчас у нас, благодаря в том числе и тому же самому зомбоящику, это такой газлайтинг, да, вот ты там не обожрался, или ты не делаешь, ты не думаешь так, вот, как мы тебе говорим. Соответственно, ты изгой. Это же все одна и та же, по большому счету, схема. Но один вопрос, что, конечно, зомбоящик мы можем с вами выключить и смотреть, вообще выбросить его к чертовой матери. Вот, хуже от этого не будет. А тут, когда рядом с тобой человек, наверное, это очень-очень-очень сложно. Вот, и результат, конечно, очень хорошо, что вы мне написали это сообщение, потому что, насколько я вот так вот представляю, что у многих людей, вот которые имеют дело с нарциссами, которые имеют дело с психопатами, у них вообще полностью атрофировано желание с кем-то еще общаться, потому что вот эта вот соцзависимость, так называемая, от этих людей, она вырубает вообще какую-то любую возможность или желание просто даже за себя бороться. Но, значит, вот тут выбирать вам, поскольку вы, в общем-то, как я поняла, что вот в этих отношениях находитесь 2 года, я абсолютно ни к чему не призываю вас, но, на мой взгляд, все-таки, наверное, лучше из этих отношений выйти. Потому что разные существуют способы, потому что следующий этап – это будет утилизация. Как вы мне рассказали, что у нее там было 2 неудачных брака и масса отношений, подобных вам. Потому что когда идет процесс утилизации, у них уже кто-то на карандаше стоит, какая-то будущая жертва. Потому что, как правило, люди такого склада, они переходят из одних отношений в других. Они панически боятся одиночества. То есть, например, нормальный человек, если у него какой-то кризис, то, в принципе, он может какое-то время пожить, или порознь может пожить, или, допустим, даже просто пожить самостоятельно, чтобы все обдумать, проанализировать. Они не могут таким образом, они панически боятся одиночества, потому что им все время нужен кто-то рядом, какая-то жертва для, в общем-то, для поднятия собственной самооценки, потому что у этих людей, у них очень низкая самооценка. По этой причине они никогда не воспринимают никакой критики. И вот то, что вы мне описываете, вот любой спор, это начиналась война, и плюс вот эта манипуляция, связанная со сталкиванием вас с вашими близкими, с вашими родственниками, чтобы вот были потеряны вот эти вот самые рычаги давления на вас и управления. Вот, поэтому, скажем так, что вот эти вот ложечки за маму, за папу, за дедушку, я считаю, вот моя точка зрения, мы с вами прообщались несколько часов, что это всего-навсего повод, потому что не было бы вот этих вот ложечек, ну, наверное, нашелся бы какой-то другой повод, потому что они без этого вот жить они не могут.
При всем при этом, ну да, вот мне мой подписчик из Германии, он сказал, что она сама обожралась вот этих вот ложечек, вроде бы там все у нее в порядке, вот, а ему не очень хорошо, но она все равно как бы вот его проталкивает. Ну откуда вы знаете, вот проталкивание? Вам уже вот не очень хорошо, потому что для психопатов и для нарциссов момент утилизирования, так называемый, это когда у человека плохо что-то. Либо с работой проблемы, его уволили с работы, либо вот даже, скажем, со здоровьем не все в порядке. Вот, это как раз самый лучший момент для них, для того, чтобы получить так называемый этот гавах. Потому что из человека выделяется масса негативной энергии, они этой энергией питаются. Вот ты видишь, ты сам вот такой, ты меня не... Они никогда не виноваты. И им никогда не бывает достаточно. Им всегда бывает мало. Вот. Потом, значит, они ищут следующую жертву, но при всем при этом они пингуют, периодически пингуют, то есть оставляют прежнюю жертву, мало ли, на всякий случай, там, со следующей не получится, вернусь к прежнему. Более того, они все имеют гаремы. Нарциссы, психопаты, это и женщины, и мужчины, потому что все время что-то принято думать, что нарцисс это мужчина, а женский нарциссизм, он вообще считается более жестким. Поэтому вот то, что вы описываете, мне кажется, что это так. Поэтому если эти отношения, они токсичные, то есть с одной стороны вы чувствуете, что какой-то один определенный день, все, там, я тебя люблю, ты самый лучший, ты самый замечательный, и я, это вот вообще подарок для тебя в жизни, я самая лучшая, тебя, вот как я, никто не любил, ни мать, ни твои сестры, ни отец, никто, только я, вот. И вот у вас пошел вот этот эндорфин, вы чувствуете вот эту расслабленность, а на следующий день все то же самое, только с точностью да наоборот. Плохо, и все ты делаешь не так, и все ты делаешь не так. Пошел адреналин, потом через некоторое время опять вот это. И тут, как говорят, вот наркоманы, они ощущают то же самое. Я не могу сравнить, потому что я никогда не пробовала эту дурь, даже самую легкую. Но по всей вероятности это так. Я могу, например, сравнить это с экзаменом. Вот идешь на экзамен в университете, в академии, в институте, когда учились, в лицее, все там дребезжит перед экзаменом, ты боишься его сдавать, это адреналин пошел. Потом ты сдал, и вот такая вот эйфория. Ты хочешь прыгать, ты хочешь скакать, ты вообще готов горы свернуть, правильно, потому что слава тебе, Господи, вот, значит, эта проблема, она осталась позади. Вот это ощущение эйфории. Ну, это натуральный процесс, который проходит в нас. Ну, вот, скорее всего, что, вот, как описывают психологи, профессиональная психология, причем это абсолютно то же самое, посмотрите, и в формате русскоязычных психологов, вы можете посмотреть, и на Ютубе очень много роликов профессиональных людей, вот, и в итальянском контенте все то же самое описывается, одни и те же фазы, вот, как идеализация, потом эмоциональные вот эти самые качели, потом обесценивание, потом обязательно приходит утилизация. Обязательно. Они, это люди, которые не способны на продолжительные отношения. За редким исключением. Но это просто жертва сама по себе, она должна быть очень ресурсной, и у них нет никакой альтернативы. Эта жертва должна все-таки периодически что-то давать. Как только жертва становится нересурсной, они находят моментально другую. У них есть такой талант, они умеют это делать, умеют подсаживать вот на эту самую лесть. Не каждый человек, он этим будет заниматься. Вот, потому что все-таки, когда отношения не токсичные, когда отношения здоровые, на мой взгляд, это идет диалог, идут ссоры, идет критика. Опять же, хочу сказать, как говорила в прошлом ролике, что критика – это не обвинение, это не унижение. Просто таким образом люди формируют отношения. Поэтому я вот просто со своей точки зрения, я хотела бы высказать, что я не вижу такой проблемы, что это связано вот с этими самыми ложечками, из-за которых вот вы так грызетесь последний год особенно, что жизнь, как вы говорите, стала невыносимой. Что если она невыносимой, если вас не связывают общие дети, общее имущество и так далее, я считаю, что надо бежать. Я считаю, что надо выходить. Хотя при всем при этом, если какая-то альтернативная жертва не была найдена, нарциссы или там психопаты, они этого не прощают. Не прощают, они будут стараться, они не могут просто так уйти. Потому что жаба будет душить, что они оставили ресурсного человека. Они могут уходить только тогда, когда они от человека взяли все. И когда он практически вот в другом измерении. И я хочу сказать еще другую вещь, что вот я все-таки, у меня основная профессия – это экскурсовод плюс журналист. Я случаев знаю очень много. Я знаю, что просто живыми из таких отношений не выходили. Были такие случаи. Это на самом деле очень опасно. Очень опасно.
когда и мотор подводил, а если уже какие-то сбои были и так далее. Я знала много таких случаев. То есть вот держали до конца жертву, у жертвы не было сил выйти, особенно, опять же, хочу подчеркнуть, если нестабильная психика. Вот, и это надо найти силу, чтобы сбежать от психопата. Это очень сложно. Вот. Либо, значит, вот, ну а потом они мстили, потому что они к тому же еще очень-очень мстительные. Поэтому надо найти просто силу перечеркнуть все вот эти взаимоотношения, максимально отдалиться, пропасть и поставить вопрос углом, ребром. То есть будешь мне звонить, пойду, напишу заявление. Не хочу. Вот. Поэтому решать, как говорится, вам. И, кстати, таких вот людей очень много в интернете. И среди тех, которые вот пишут комментарии, то есть этот вот так называемый газлайтинг. Особенно, когда вот снимаешь какие-то спорные репортажи, например, как вчерашний, потом вот так вот проходишь по диагонали, а ты вообще видела, какие у тебя руки, ты вообще видела там, какие у тебя брови, вообще у тебя шляпа, вот такая вот, не такая вот. Это вот, знаете, как бы формирование каких-то комплексов неполноценности. На нарциссах это, кстати, очень сильно на них действует. Вот, они начинают там психовать, ставить в черный список, на меня это никак. Для меня здесь вошло, а с другой стороны у меня вышло. Вот, что я очень хорошо знаю себе цены, я очень хорошо знаю, какая у меня шляпа, какие у меня ногти, какие у меня брови. Это очень хорошо, лучше, чем кто бы то ни было. Поэтому все бесполезно. Вот, но таких вот людей, которые вот эти вот, или вампиры еще энергетически их называют, их очень-очень много в интернете. Они таким вот образом поднимают собственную самооценку, которая очень находится на низком уровне. Поэтому, друзья, если вы вот в этот период, потому что мой подписчик, он все-таки сакцентировал внимание именно вот на этом периоде, что-то подобное вы встречали, что вас продавливали вот таким вот образом, пишите, конечно же, в комментариях. Вот. И, в принципе, в такой период, опять же, когда нам не просто, когда мы находимся в состоянии стресса, когда человек стрессует, он является более манипулируемым, он более уязвим, потому что, вот, поэтому самое главное просто понимать очень хорошо обстановку, ситуацию, и кто перед нами, критически к этому относиться, критически. Вот, потому что действительно вот можно увязаться до такой степени, в этом увязть. И еще у них, кстати, вот есть такое качество спускать вот этих своих жертв на других людей, что сами они никогда не выполняют грязную работу. Я сталкивалась сама, когда вот на меня пытались спускать точно так же. Это чисто профессионально было. То есть сам вот, допустим, нарцисс или психопат, они этим не занимались, но они, значит, вот своих жертв они на это дело подстрекали. Если жертва отказывается, то, соответственно, там идет вот такой вот там бойкоты, объявление бойкотов, слезы, истерики и прочее, прочее. И человек любой, лишь бы только этого не слышать, лишь бы это все побыстрее закончилось, он готов на все. Он дезориентирован, психологически дезориентирован в этот самый момент и, в общем, начинает кидаться на других людей, потом там получает определенные оплеухи, а тот в стороне. Поэтому это все анализируйте, пожалуйста. К большому сожалению, у нас действительно, на мой взгляд, вот как я вижу, таких проявлений стало значительно больше в последнее время. Я надеюсь, что я на вопрос моего подписчика ответила. Если кому-то этот сюжет будет полезен, я считаю, что это здорово. Спасибо вам большое. Я вас очень люблю. И мы с вами увидимся завтра.